Среди гостей ветераны педагогического труда. Именно они принимали школу 50 лет назад, закладывали образовательные стандарты, определяли вектор развития учебного заведения. Сегодня 11-я гимназия – это современное учреждение, где ученики и учителя сотрудничают в тесном тандеме. Благодаря этому повышается уровень знаний и компетентности обучающихся. Моя школа самая лучшая, потому что в ней преподают самые замечательные учителя, самые умные, самые добрые. Моя классная руководительница Бессараб Елена Леонидовна стала для меня второй мамой. Она помогает мне во всем, не только в школьных делах. Спасибо ей большое. Школа – это для меня второй дом. Я очень рада, что я нахожусь именно здесь и в этом коллективе. В школе я желаю дальнейшего процветания. Эта школа для меня стала как действительно вторым домом. Я здесь нашла себя, и поэтому хочу продолжить также работать педагогом в дальнейшем своей жизни. И, конечно же, учителя у нас тут просто замечательные. Они каждый вкладывают в нас просто по максимуму, отдают частичку своей души. И, конечно же, это не может не радовать. И просто в школу хочется возвращаться всегда. 11-я гимназия входит в число сильнейших школ Одинцовского района. Среди ее выпускников немало успешных предпринимателей, хороших врачей, учителей, инженеров. На госэкзаменах 11-классники традиционно показывают высокий уровень знаний. Это действительно замечательный коллектив. От всей души я желаю и ветеранам, которые сегодня здесь находятся три директора, три руководителя школы. Я желаю педагогам, я желаю детям и, конечно, родителям в первую очередь крепкого здоровья. Еще кроме этого, пусть эта школа просуществует, ну, как минимум, еще столько же, и еще 50 лет, потому что стены этого здания, они подарили много прекрасных ребят, выпускников, которые сейчас продолжают трудиться и на благо нашей страны, района. Хочется пожелать успехов, побед, всего самого доброго. День рождения в гимназии отметили с размахом. Дети и педагоги долго готовились к этому дню, репетировали, прорабатывали сценарий до мелочей. Гости тоже в этот день пришли не с пустыми руками. Многие приготовили творческие подарки. Очень с радостным чувством прихожу сюда, потому что в школе связано очень много всего хорошего, приятного. И не знаю, только с радостью, очень рада, что сюда пришла. Наталья Юрьевна окончила 11-ю гимназию, получила образование и вернулась в родную школу спустя годы. Именно она возглавила учебное заведение, продолжая и приумножая традиции прошлого. У нас сегодня праздник, юбилей. Это много или мало? 50. Вы знаете, очень отрадно, что все гости, которых мы сегодня ждали, пришли. Судьба ко мне благосклонна. Я закончила эту школу, я в нее пришла директором и здесь встретила тех учителей, которые учили еще меня. Отрадно, что они все к нам сегодня пришли. Настроение суперское, отличное. И дай Бог нам процветания и всего самого-самого наилучшего. Полувековой юбилей позади, а впереди новые планы и идеи. Желание загадано, свечи погасли, работа продолжается. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».